В концерте приняли участие вокальный ансамбль «Флоринка» под руководством Ирины Прудниковой, концертмейстер Ксения Захарина и детский хор музыкальной школы. Большое спасибо и детям, и родителям, которые упорно ходили на репетиции. И та песня, которая прозвучала, гимн «Качаловцам», это песня рославского композитора, который попросил нас ее исполнить и записать видеоролик, который мы уже сделали. Поэтому дети очень старались. Надеюсь, что все получилось и всем все понравилось. Дети и педагоги посвятили концерт 72-й годовщине Великой Победы и тем людям, которые отдали свои жизни для того, чтобы весь мир жил под чистым, мирным небом. Литературно-музыкальная композиция «Единого развития» от начала и до конца состояла из произведений военных поэтов и композиторов. Быть включенным в такой проект, замечательно организованный и творческий, это счастье. Как бы это ни было сложно, и в плане нервов, и накладно, но это замечательно. Организаторы сердечно благодарят всех зрителей, которые пришли на концерт музыкальную школу Десногорска, за их аплодисменты.